Всех приветствую, продолжаем знакомиться с работами художников и их автобиографией. Амедео Презиози, мальтийский художник-путешественник, известным своими акварелями и гравюрами, изображающим Балканы, Османскую империю и Румынию. Я цитирую Википедию. Амедео Презиози родился в 1816 году в дворянской семье на Мальте. Его отец занимал высокие посты в местной администрации и представлял мальтийский народ на переговорах по Амьенскому договору 1802 году. Его мать Маргарета была французского происхождения. Его младший брат Леандро Презиози стал одним из пионеров ранней фотографии на Мальте. С раннего возраста Амедео обучался у Джузеппе Хизлера, очень ценимый художник на Мальте, как написано в Википедии. Его отец хотел, чтобы Амедео изучал юриспруденцию, отправив его учиться на юридический факультет Сорбонны. Амедео больше интересовался искусством и продолжает изучать живопись в школе изящных искусств. Вернувшись домой, Амедео не нашел на Мальте подходящей среды для художников. Решил покинуть остров и переехать на Ближний Восток. Уехал в Стамбул где-то между 1840 и 1842 годами. Самые ранние рисунки Стамбула датированы ноябрем 1842 года. Два года спустя, в 1844, Презиози получил заказ от Роберта Керзона, личного секретаря посла Великобритании в Стамбуле, на создание альбома под названием «Костюмы Константинополя», который сейчас находится в коллекции Британского музея. Почтовые открытки были еще в зачаточном состоянии, как и фотографическое искусство. Презиози предлагал европейским туристам и гостям Стамбула рисунки города и окрест. В 1858 году он решил опубликовать самые популярные работы в виде литографии в мастерской Лемерсье в Париже «Воспоминания о восточной жизни». Опубликовал второй альбом «Сувенир Каира», содержащий рисунки, сделанные во время поездки в Египет. Женился на стамбульской гречанке. У него родилось 4 детей. Презиози хорошо владел языками греческим, турецким, а также английским, французским и итальянским. И работал заместителем драгомара посольства Великобритании, а также первым драгоманом греческой миссии. Драгоман – это переводчик и официальный гид. Его мастерскую регулярно посещали туристы, желающие вернуться домой с сувениром от Стамбула. И среди его гостей в апреле 1869 года был Эдуард VII из Соединенного Королевства, в то время в Принц-Уэльске, который купил у него несколько акварелей. В 1866 году новый принц Румынии Карл I посетил Стамбул. Он встретился с Презиози и пригласил его в Румынию для создания акварели пейзажей и сюжетов о людях страны. Презиози переехал в Румынию в июне 1868 года, начал рисовать сцены из Бухареста, в том числе несколько картин, на которых изображен принц Карл I. Наброски, которые он нарисовал позже, были привлечены в акварели в его мастерской в Стамбуле, которую он затем продал принцу Румынии по цене от 300 до 1200 франков. После его возвращения из последней поездки в Румынию о Презиози мало что известно. Он продолжал заниматься искусством в Стамбуле, но по мере того, как фотография получила широкое распространение, его акварели перестали приносить доход. Был убит случайным выстрелом из ружья во время охоты 27 сентября 1882 года в возрасте 65 лет. Похоронен на католическом кладбище Стамбуле. В 2003 году музей Бухареста организовал выставку его работ в Бухаресте. Но так немного из переводной Википедии о мальтийском художнике и путешественнике, который был известен своими акварелями и гравюрами, изображающими Балкан, Османскую империю, Румынию, Амедео Презиози. Пока-пока, до свидания, смотрим работы.